Те из вас, друзья, кто смотрит наш канал регулярно, знают, что тут в Санта-Крус есть поле, на котором мы так подсобираем иногда клубничку, помидорочки. Вот мы как раз поехали на поле за помидорочками. А по дороге смотрим, написано «Farmer's Market». Уже вроде и время такое, к часу дня приближается. Обычно Farmer's Market, они так по утрам больше. Ну, я подумал, покажем вам Farmer's Market. Действительно, что он так пропадает добро-то? Это явно дают пробовать. Вот смотрите. Дают пробовать. Так, а вот персики. Громадные такие. Вот написано $4. Эти тоже. Сливки. Красавцы такие. Все $4 за фунт. Очень вкусно выглядит, хочу вам сказать. Очень вкусно. Тут уже народ начинает потихонечку собираться, потому что действительно время как не самое раннее. Так. Говорят, клубничка, корзинка 3,50. Видите, а там, где мы на поле, а поле здесь буквально пешком 5 минут, там 2,50. За 3 корзинки 10. Здесь не дешево. Вообще, вы знаете, что? Здесь совсем не дешево, но свежо. И вот так, надо сказать, пахнет невероятно. Хорошо. Такие яблочки, друзья, прямо глаз радует. Видите, такие тоже ягоды. Друзья, как пахнет дынькой. Как пахнет дынькой. Цветочки, такое ощущение, подъяли уже. Тут пахнет зеленюшками сильно. Вот отсюда. Да. Кейл, чард. Вы видите. О, какие страшилища. Тоже пахнет невероятно. Название какое у помидоров, смотрите. Doggy Girl. Так, ну-ка, пахнут ли у нас помидорчики? Ой, пахнут помидорчики. А эти, друзья, за хороший помидор что только не отдашь. Ну-ка. А, тоже хорошо, мягкие такие. А здесь стоят столы, вы видите, и народ закусывает. Тут семьями, с детками. Так, как бы такое мероприятие семейное. В таких местах продают зачастую такие, знаете, эксклюзивные вещи, которые в основном только и продаются на фармерс маркетах. Вот хлеба, например, выпекают. Ай. Вот смотрите, видите? У них тут много-много хлебов, тут уже особо ничего не осталось. На полке ничего не осталось. Вот такие они красавцы. Вот, смотрите. А вот тут пицца, можно покушать. Да, взял вот здесь и потом пошел за столиком и съел. Так, а здесь целое предприятие общественного питания. Да, а это вот безумно дорогие рыбки, которые люди ловят и так как бы такими полуфабрикатами продают. Очень-очень дорого. Я, честно говоря, не знаю, почему так дорого, но как факт жизни, да. Живые.
$3 за фунт. Красавцы. А, ну-ка, дай я тебя понюхаю. Да, хорошо. И здесь же, вот они, видите, кусочки пробуют, дают вот так. Вот кусочки. А вот написано, что они из себя представляют. Да. Ага, гранатовый сок. Гранатовый сок. Бутылочка поменьше $4, побольше 7,50. Это все свежак, понимаете, они сами его делают. Перчики. Ты что, же бурсы, что ли, такие? Как-то даже неудобно. А вот картошечка. Картошечка очень милая. Клубничка. Хорошая. Ну-ка, понюхаем. Ах, как пахнет клубничка, друзья. Как пахнет клубничка. Да. Здесь место такое, я бы сказал, почти импровизированное. То есть тут нет большого количества людей, которые продают. Есть громадные фармерс-маркеты, где там пару километров квадратных. Дыньки. Света, как тебе дыньки, скажи? Давай возьмем эту одну дыньку. Давай возьмем дыньку, нам как раз такую можно. Нам канталупу можно. А канталупу где-то я тоже видел. Друзья, нам еще не всякую дыньку можно. Так. Ага. Хорошо. Здесь все органическое. Да. А вот что с таким перцем делают? Нет, мы такого не едим. А такое едим, правда? Петрушка, что ли? Свет, это петрушка или это не совсем петрушка? Я как чувствовал? Как чувствовал? Да. Ой. Так, сейчас. Сейчас Света предлагает попробовать помидорчик. Ой, картошечка, ласточка. Такая она симпатюлечка. Так. А это я даже, честно сказать, задумался. То ли редиск, то ли репка мелкая какая-то. Там свекла. Ну, надо же такого цвета. Вот редиска, это я понимаю. Крупная редиска, вот мой кулак, смотри. Такая редиска, хорошая. Так. Кейл, чард. Хорошо. Капустка. Какая-то она клёвая. Не знаю. Друзья, нам дали помидорчик попробовать. Называется маматара. И мне его придется целиком в рот засунуть, иначе если я его откушу, он брызнет. О, уголок. Ну как маматара? Боже, Света. Да? Боже. Это такая маматара, друзья. Просто никакой мамы, никакой тары ты больше не захочешь. Но при этом я вот их нюхала, они не пахнут так помидорами. Света, это амброзия. Это органические маматары. Это амброзия, настоянная на бальзаме. Все, берем. Боже. За маматару отдашь все. Hey, let's give him a Surf Monkey bag. I got a better idea, young man. You got a reusable one? Так. Кейл. Красный кейл. $1.50 за пучок. Thank you very much. Разные кейлы. Вот пошли чарды, в принципе. Кейл и чард – это самые полезные с точки зрения состава зеленушки. Шпинат. Я, честно сказать, не знаю, как это по-русски бы мы назвали, вот эту вещь. Вот. Она такой на такой сорняк похожа. Вот, но как называется, не знаю. Вот это по-английски тоже, как по-русски, не знаю, называется фенол. Так.
Да. Ну это петрушечка. Да. А это, что интересно, тоже петрушечка. Так. Немножко иначе выглядит. Thank you. Remember if you guys... Укроп. Майло, Оливер. Дэйв, Оливер, cheers. Да. Хорошо. Слушайте, а тут и самое. Я уже прям слово русское забыл. Мята, мята, вот, мята. Это мята. Смотрите, что творится. Ой. А это вот сейч, это шалфей. Шалфей. Такие ароматические травки. Ой, пахнет. Хорошо. Так, честно сказать, выглядит как малина. Golden raspberries. Golden raspberries. Golden raspberries. Золотая малина. Golden raspberries. Чтоб я так жил. Авокадо, друзья. Авокадо. Жиры. Кому жиров не хватает в жизни, вот пусть кушает авокадо. Перчик тоже острый. Ой, острый. Страшное дело. Страшное дело. Красиво. Цвет невероятный такой. Видимо, мы пришли слишком поздно. Здесь вот люди с музыкой развлекают гостей ярмарки. Да, вы видите, что уже освобождаются столики от продукции, народ вот в свои трачки загружается, и скоро никого не останется тут. Тут вот женщина, значит, идет с ящиком клубники, и Света ей говорит: «Оготь, продай-ка мне». А она говорит: «Извиняй, ты, говорит, не могу, мы сейчас эту клубнику в донейшн». Я, говорит, уже обещала. Кому она, так я не понял. Еще мы клубнички подобрали, что-то так нам. Она улыбнулась. За $9 три корзиночки. Вот на этом стенде мы подобрали. Надо сказать, что уже не такая крупная, конечно, клубника, как раньше была, но мы фактически уже почти в сентябре, так что неудивительно.